Всем привет-привет! Сегодня ко мне пришел монобот. Давайте распакуем и посмотрим с вами. Так, все пришло в таком длинном пакете. Открываем аккуратно, чтобы не повредить. Еще одна пупырка. Так, вот он монопод. Заказывала его на сайте AliExpress. Пошелся он мне 10 баксов. Взял специально подороже. Так, ручка. Ручка такая обрезиненная. Так, ручечка. Присутствует шнурок лощеный. Так, отверстие для... Для чего это отверстие? Ну, чтобы ставить, допустим, вот такую штуку. Сейчас покажу. Наверное, вот такую штуку какую-нибудь ставить. Ну, нужно переходник. Ладно, это не проблема, купим. Дальше. Закрепляется телефон. Сейчас посмотрим, как это все работает. У меня телефон HTC. Вот таким вот образом работает это. Следующий момент. Присутствует зеркало. Вот оно. Так, уберем. Далее. Так, что это такое? Ага. Вот таким вот образом это все крутится, устанавливается. И это у нас что такое? Давайте посмотрим. Ага. Вот, пожалуй. Все, пожалуй, снял. Надо что-то закрутить. Давайте наденем такой наконечник. Аналогично камеру повешаем. Так, монопод закрепляется такими защелками. У меня 3 раздвижных яруса, длина примерно 90 или 100-110, наверное, все-таки метров. Сейчас посмотрим, бардель у меня. Вот он. Ну, себя. Итак, неожиданно у меня закончилась память на фотоаппарате. Давайте еще раз. Итак, монопод. Таким вот образом он раскладывается. Так, вес 200 грамм. Рабочая длина 88 миллиметров максимальная. В сложном состоянии 290 миллиметров. Можно крепить как телефону вот такое вот крепление. Так и можно заворачивать камеры GoPro. Монопод складывается, раскладывается при помощи вот таких вот защелок пластмассовых. Присутствует специальный ярус, то есть никаким образом он у вас крутиться не будет, только ходит по ярусу. Стоимость данного монопода около 10 или 12 долларов. Присутствует зеркальце, чтобы видно было себя. К сожалению, нету здесь пульта, но пульт, я думаю, можно приобрести отдельно. Присутствует такой воздвижной элемент, чтобы закручивать камеру. Также есть, конечно, еще лощеный шнурочек.
Ссылку на продавца я размещу под видео. Ни грамма не пожалел, что я купил у этого продавца. Во-первых, все пришло быстро. Во-вторых, товар на первый взгляд качественный и недорогой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока, ребята. Итак, неожиданно у меня закончилась память на фотоаппарате. Давайте еще раз. Итак, монопод. Таким вот образом он раскладывается. Так, вес 200 грамм. Рабочая длина 88 миллиметров максимальная. В сложном состоянии 290 миллиметров. Можно крепить как телефону, вот такое вот крепление, так и можно заворачивать камеры GoPro. Монопод складывается, раскладывается при помощи вот таких вот защелок пластмассовых. Присутствует специальный ярус, то есть никаким образом он у вас крутиться не будет, только ходит по ярусу. Стоимость данного монопода около 10 или 12 долларов. Присутствует зеркальце, чтобы видно было себя. К сожалению, нету здесь пульта, но пульт, я думаю, можно приобрести отдельно. Присутствует такой воздвижной элемент, чтобы закручивать камеру. Также есть, конечно, еще лощеный шнурочек. Ссылку на